Конкурсный день завершает пара номер 6. Александр Невский и Оксана Сидоренко. Самба. Александр Невский и Оксана Сидоренко. Стоя аплодируют звездные барышни нашего проекта. Дорогая Оксана, очень хорошо будет сейчас положить букет на сердце. На мое? Нет, еще даже повыше. Ну вот, дорогие друзья, что хотелось бы вам сказать. И впервые так танцуют мышцы. Мне кажется, это была оригинальная идея. Да? Тебе пришло в голову, да? Вот? Это пришло в голову мне, да. Все время на хореографию ставит Оксана, а это пришло в голову мне. Если позволите, Максим. Значит, потому что это наше последнее выступление. Ты все время берешь слово. Сегодня, я до этого был совершенно замечательный парень, правда? Сегодня разговорился. Да нет, что хочешь сказать? Спасибо огромное. Прорвало тебя, ну. Абсолютно. Давай. Что хочешь сказать? Мы сегодня в таком составе последний раз выступаем перед жюри. Поэтому что хочешь сказать? Уже известны результаты, я думаю, заранее нашей самбы. Почему? Главное, что зрительские аплодисменты нам понятны. Я что хочу сказать, Максим? Можно только вопрос, а почему они заранее известны? Нет, ну, есть у меня определенные подозрения, даже в отсутствие Аллы Михайловны. Но что хочешь сказать, Максим? Коля, вот вы как, вы знаете, я вам с огромным уважением, потому что вы корифей и прочее. Я, вы знаете, давайте лучше секунды наше обсуждение, позвольте. Микрофон подобрал под твою... Я понял, ты под грудь. Да, смотри. Коль, вы как корифей, станцуйте самбу. Давайте попросим Колю станцевать самбу и показать класс. Давайте, вы станцуйте с Колей. У нас... Давайте, давайте попросим корифея. Давайте. Подождите, у нас сейчас прямой эфир, нам не до этого, если бы у нас была съемка. Как это? У нас есть время? Нет. Ты еще знаешь, сколько у нас времени. К сожалению, я говорю с продюсерами. Нас поджимает программа новостей. Вы не будете? Нет, я не буду. Ничего себе! Это самое, этот был из окопа, у меня все время пятерки. Ну, как-то... Очень жаль. Жаль, Коль. Знаете, как-то... Вот... Коль. Саша, вы не подумайте, что мы вас хотим ругать, или мы вынуждены ставить оценки. Нет, я понимаю, но понимаете, мы Макс Щеголев, который серьезно... не скрывает, что он занимался 10 лет танцами, я его... Макс Щеголев классный парень, да, давайте все Максу поаплодируем. 10 лет занимался и показывает класс. Но я считаю, что это шоу для людей,
которые учатся танцевать. И миллионы людей, которые нас сейчас смотрят, на моем примере, на примере Оксаны, понимают, что любой человек может научиться танцевать. Ну вот, правильно? Посмотрите, сидит человек, абсолютно, который тоже так же пришел. Абсолютно точно. С нуля учился танцевать. Абсолютно. И мы его так же, как вас, очень оценивали. Жаль, очень жаль, только что вы не хотите танцевать все... нам сами. Подождите, дайте хотя бы сказать. А? Вы человеку почему-то... Про кого ты, Коль? Мы же не знаем, про кого Вон, ты. Вон, я забыл просто наш участник. Флёров. Это вот. Флёров, Эдуард. Да. А, просто дело в том, что он тоже учился с нуля, но, к сожалению, зритель не, его не пожалел, а пожалел вас. Ну что нам сделать теперь? Ну мы вынуждены каждый раз... Зрители ругаются. Мы танцуйте лучше говорить. Для зрителей. Оксана танцуйте. Великолепная. Она, пусть танцует, она мучается, она говорите, кидается что, на амбразуру. Но вы не можете танцевать. К сожалению, вот вы дошли до определенного этапа. И вы должны, к сожалению, понять, что мы, как профессионалы, должны поставить вам оценку. А я большую понимаю, оценку я могу поставить только не за старание. А за танцы не могу. Я хочу не сказать, хочет. Что кто бы что ни говорил, вот для меня лично я получаю такое удовольствие танцевать с Александром, потому что я чувствую себя по-настоящему женщиной, настоящей женщиной. Потому что он самый мощный партнер, я считаю, из всех, которые были за всю мою танцевальную карьеру. Серьезно. Хорошо. А, Саш, давай мы перейдем к членам жюри, у которых у тебя вызывает меньше идиосинкразии. Вот. Давай Станислав Григорьевич спросим. Да? Станислав Григорьевич. Давайте. Александр. Только выслушай, а потом говори. Потому что когда вы одновременно говорите, это... Вы знаете, Александр, вы сегодня открыли нам глаза на самбу, потому что это был совершенно новый удивительный ритм, который вы исполняли вашими бицепсами, вашими грудными мышцами, вашим состоянием. И я думаю, что это было очень хорошо. Это было очень хорошо, потому что, может быть, вы не овладели каким-то самбо-ходом, виском, еще чем-то, но вы научились делать то, глядя на что люди испытывают определенную радость. Большой, мощный, сильный человек с большими мышцами, с большой радостью танцует с красивой женщиной. И это вызывает радость. Слава Богу! Можно ответить, Слава Богу? Можно, ты пойдешь, у нас времени все мало. Уже. Да, идите. Спасибо, Оксана и Александр идут к Дарье Спиридоновой. Надо же, как разговорился. Я собирался всех членов жюри спросить. Прорвало Сашу Невского. Ну, на тон и прямой эфир. Прорвало, так смотрите. Саша, мы приветствуем, хотя вот мне Леша Леденев, Саша, мне тоже с утра стало выговаривать кое-какие вещи, и Леша сказал, что я с утра хотел заступиться за тебя, когда Саша начал с тобой разговаривать. Я испугался просто, он так завелся просто. Да-да-да. Так что, Саша... А сейчас ты хотел заступиться за Колю, что ли? Да. После того, как Коля поставил 10, да. Ну, кстати, сказать, вот Алексей Леденев, например, Саша, пример человека, который совершенно не имея никакого предыдущего опыта, блистательно сейчас танцует и получает высокие оценки. Вам не нравится, как я танцую? Ты танцуешь замечательно, просто я считаю, что наши жюри... Позвольте, я понял. Станислав Григорьевич, вы как единственный постоянный член жюри, который действительно разбирается в бальных танцах, вам огромное спасибо за всю поддержку и за все советы. Спасибо. Я думаю, что аудитория наша вся получает огромное удовольствие от вашего позитива. На самом деле, спасибо вам. Мы обожаем Станислава Григорьевича, мы также обожаем народного артиста Николая Цискоридзе, заслуженную артистку Аллу Сигалову, которая сидит в нашем жюри, и других невероятно талантливых людей, умеющих ценить таланты в других тоже. А сейчас оценки наших талантливых, любимых. Дина Канделаки. Если вы захотите, я потом объясню, почему. Детей обижать нельзя. Николай Цискоридзе. Клара Новикова. Станислав Попов. Александр, у меня был выбор поставить вам такую же оценку, как Николай, учитывая технику исполнения самбы, но учитывая ваше огромное обаяние, я все-таки поставлю 10. Светлана Хоркина. 7. Сумма баллов 40. Ой, Станислав Григорьевич, ну вы как в той басне про льва и зайца. Я вот сейчас не буду цитировать, вы там потом Тина, сами поройтесь. Тина, Станислав Григорьевич, спасибо вам, потому что десятки на самом деле Оксане, которая творит чудеса. Спасибо, да, большое, спасибо вам. Я напомнил маленького мальчика, понимаешь, что есть? Вот это как ребенку отказать нельзя, знаете, когда он вот смотрит на тебя и говорит, мама, не обижай я меня. Я тебе напомнил сына твоего, который абсолютно, сейчас десятку просил. Да, и я, конечно, мечтал, чтобы ты тогда уж дошел до конца и оказался с Ксюшей в паре. Когда одновременно говорит Тина Канделаки и Александр Невский, у меня, конечно, нет
шансов назвать телефон. Но еще и Оксана тянет руку. Я хочу сказать, что я не собираюсь заканчивать танцевать с Александром. Я хочу пригласить вас на соревнования со мной. Про-М. Друг с другом. Причем вы будете соревноваться теперь. Мы будем еще дальше соревноваться. Пара номер 6 это была.